Всем привет! Обзор на ТВ-приставку X96-X4. Новая модель недавно появилась на рынке. Основные технические характеристики вы видите сейчас на экране. Работает ТВ-бокс на операционной системе Android 11. Достаточно мощный производительный процессор здесь установлен AMLogic S905X4, который работает на частоте 2 ГГц. Приставка имеет 4 ГБ оперативной памяти и 32 либо 64 ГБ на выбор внутренний накопитель. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц и по кабелю имеет гигабитный LAN. Также имеется поддержка Bluetooth и поддержка набирающего сейчас популярность кодека AV-1. Приставка легко справляется с 4К-контентом, тяжелые торренты поднимает без проблем, но без ложки дегтя, как говорится, не обошлось. Под нагрузкой ТВ-бокс достаточно сильно нагревается. В конце видео я разберу ТВ-бокс и покажу вам, какой там установлен мощный радиатор 2×2 см. В таком вот коробочке поставляется. Комплект поставки стандартный, сам ТВ-бокс, адаптер питания 5 вольт 2 ампера, HDMI кабель для подключения приставки к телевизору и пульт дистанционного управления. Пульт в комплекте идет обычный, инфракрасный. Таким образом выглядит сам ТВ-бокс. На лицевой стороне отображаются часики. Снизу по всему периметру имеется RGB подсветка. С правой стороны имеется два USB разъема, USB 3.0 и USB 2.0, и разъем под карточку памяти microSD. С тыльной стороны имеются разъемы, разъем под питание, оптический SPDIF выход, гигабитный LAN, HDMI выход и аудио-видео выход 3,5 мм, через него можно подключить к старым телевизорам кабелем 3,5 на тюльпаны. И также в гнезде AV разъема расположена кнопка сброса Reset. Снизу имеются 4 резиновые ножки и перфорация для вентиляции. Подключаем, смотрим. Таким образом выглядит главный рабочий стол. Предустановлены иконки с приложениями Play Market, Netflix, YouTube, настройка LED-подсветки, общие настройки, Movie Player, Kodi Player, Miracast, файловый менеджер и доступ ко всем приложениям. Внизу можно добавлять свои любимые приложения. Нажимаете на плюсик, открываются все приложения и галочкой отмечаете, что хотите добавить на главный рабочий стол. Максимум можно добавить столько 6 приложений. Давайте быстренько посмотрим настройки и будем смотреть в работе сам ТВ-бокс. Изначально настройки на английском языке. Снизу выбираете вторую вкладку и здесь выбираете третью сверху вкладку, где нарисован глобус, и выставляете нужный вам язык. Далее обязательно заходите в дату и время и выставляете свой часовой пояс. Подключаетесь к интернету, можно по Wi-Fi, можно по кабелю, Wi-Fi здесь двухдиапазонный. Вводите свой Google аккаунт, вкладка приложения, здесь можно разрешить запретить доступ к каким-то приложениям, удалить приложение и так далее. Настройки устройства. Об устройстве имеется беспроводное обновление. Модель маркируется как X96X4 Pro, версия Android 11. Сборка прошивки у меня от 04.08.2021 года. Настройка, выбор клавиатуры, звук, экран. Можно выбрать разрешение экрана. Если у вас телевизор 4К, вам будет доступно 4К разрешение. Настройки цветности. Настройки HDR можно включить, чтобы HDR был включен всегда, либо адаптивно. Можно зумировать экран, если есть такая необходимость. HDMI цик. Расширенные настройки экрана, разрешить игровой режим. Системные звуки. Расширенные настройки звука. Выбор форматов, ничего здесь не выбирается, только автоматически. Ну и больше в настройках ничего здесь интересного нету. Хранилище, заставка, режим энергосбережения, местоположение, специальные возможности и перезагрузить. Пульты, аксессуары, здесь можете подключить свои какие-то Bluetooth устройства, колонки, наушники, джойстик. По Play Market. Play Market здесь не урезан, такая полноценная версия, но очень много приложений недоступно. Он просто не обновляется. Вот я захожу в Play Market, в настройки, кликаю по версии маркета, он пишет, будет установлена новая версия приложения Play Market, но ничего не устанавливает. Поэтому некоторые приложения придется устанавливать либо с флешки, либо установить какое-нибудь приложение Abdoide, либо APK Pure.
LED-контроль, настройка вот этой LED-подсветки на ТВ-боксе. Здесь можно выбрать множество разных вариантов, цветов, с какой частотой мерцание будет моргать, и в самом низу есть «Отключить». Если она вам не нужна, просто нажимаете «Выключить» и все. Давайте проверим Miracast. Ну вот я у себя в настройках беспроводного дисплея в телефоне вижу Android 78B4, нажимаю «Подключить». Здесь нажимаю «Принять». И вот, пожалуйста, можно транслировать изображение экрана вашего телефона на телевизор. По голосовому поиску изначально предустановлен обычный голосовой поиск, то есть надо кликать по микрофону, и тогда будет он работать. Чтобы искало во всех приложениях, нужно установить файлик «Katniss». Заходим в браузер и здесь прописываем «Katniss». Вот так вот должно быть Katniss с двумя S22.0. И с любого ресурса скачиваем данный файлик. Открываем. Приложение установлено и нажимаем «Готово». И вот теперь после установки, если мы нажмем на пульту микрофон, нам предлагается два поиска на выбор. Давайте попробуем верхний, только сейчас. Погода Санкт-Петербург. Сейчас в Санкт-Петербурге 13 градусов. Если выберем нижний, остаться в живых. И здесь вот он уже ищет во всех приложениях. То есть на рабочем столе вам надо, чтобы искал во всех приложениях, значит оставляете вот этот, который мы последний раз пробовали. Делаем всегда. И теперь при нажатии у вас будет один вот этот только поиск. Давайте IP-телевидение посмотрим в работе. Вот у меня включена вкладка HD-каналы, переключаю на следующий канал, дальше. Все отлично. Давайте даже 4К-каналы попробуем. Вот, открываю 4К-канал. И тоже все отлично воспроизводит. На другой давайте переключу. Претензий нет. Зайдем на YouTube. Найдем какой-нибудь 4К-ролик. Видео 4К, 60 FPS. Вот, открываем 4К-ролик. Включим диагностическое окно. Заходим в видеоформат. У меня выставлено Full HD 60 кадров. Давайте, кстати, вот проверим AVI One кодек. Откроем 4К 60 кадров с кодеком AVI One. Ну вот, пожалуйста, 4К 60 кадров. Немного дропов было на старте, но все работает. Давайте еще проверим HDR. Вот, 4К 60 кадров с HDR. И тоже, пожалуйста, отлично воспроизводит. Немного дропов также на старте, но в целом все отлично. Претензий нет. В онлайн-кинотеатр давайте зайдем, тоже какой-нибудь фильм откроем. Пошло воспроизведение, давайте до сюжета отмотаем. Ну, здесь претензий вообще нету, легко справляется. Едем дальше. Теперь давайте через торренты тоже какой-нибудь фильм запустим. Открываем торрент. Воспроизведение торрентов зависит от скорости вашего интернета и от количества раздающих. Пошло воспроизведение, давайте немножко отмотаем.
И вот, пожалуйста, с воспроизведением торрентов тоже никаких проблем нету, все отлично воспроизводит. Давайте с носителя тоже что-нибудь откроем. У меня подключен SSD-диск. Вот фильм Джуманджи, 50 гигабайт. Отмотаем. Еще отмотаем. И как видите, быстро подгружает, мгновенно. Все отлично воспроизводит. 50 гигабайт файл. Давайте вот здесь 70 гигабайт попробуем. И тоже все отлично. Выйду на востоке. Прямо. Претензий нет. Я установил пару игр. Давайте вот Асфальт 9 запустим. Давайте еще постреляем. Давайте танки тоже запустим. Настройки выставлены низкие. 48 FPS пока. Ну, 55 FPS. В районе где-то от 40 до 50 FPS держит. Температура 87 градусов. Давайте посмотрим AIDA64, сверим характеристики и также синтетические тесты я покажу. Производитель обозначается DroidLogic, модель X96X4 Pro, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта у меня внутренний накопитель, 25 гигабайт свободно. Bluetooth поддержка имеется. Четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2000 МГц. За видео отвечает видеочип Mali G31. 11-я версия Android, AIDA64 показывает, есть root-доступ. На самом деле root-доступа нету, проверял программкой root-checker. По температуре, ну вы на протяжении обзора могли здесь вверху видеть температуру, средняя рабочая температура где-то около 80 градусов. Если какой-то торрент там 4К тяжелый открыть, либо в YouTube видео 60 кадров 4К, то температура может подниматься даже до 90 градусов. Охлаждение здесь по-хорошему надо бы, конечно, дорабатывать. И по кодекам
Вот, можете видеть, какие кодеки присутствуют. Вот скриншот тротлинг теста, полностью зеленая зона, в начале вот здесь было резкое приседание. Максимальное число джипс 53, среднее 52, минимальное 29, это вот из-за этого изначального приседания. И температура в тротлинг тесте показала 79 градусов, но я данный ТВ-бокс разогревал до 90, даже 90 с чем-то там было с небольшим. Радиатор здесь все-таки надо бы поменять, доработать охлаждение. Вантуту 95489, 3D-Mark в режиме iStorm Unlimited 9799, в режиме iStorm Extreme 5905. Geekbench в одноядерном режиме 781, в многоядерном 1961. Чтение внутренней памяти 164 мегабайта и на запись 122, довольно неплохо. Ну вот, рут доступа, как я и говорил, нету. Спид-тест у меня от провайдера, максимальная скорость 90 мегабит, Wi-Fi 2,4 ГГц на получение 36 мегабит, на отдачу 51. Wi-Fi 5 ГГц на получение 61, на отдачу 94. И по кабелю на получение 88 на отдачу 93. Но вы сами только что могли видеть в работе данную ТВ-приставку, со всеми поставленными задачами в принципе ТВ-бокс справился. Единственная здесь основная такая претензия — это охлаждение. Его здесь по-любому надо доработать. И собственно обещанный разбор. Давайте разберем, посмотрим, что там внутри. Разбирается очень просто. По периметру задняя крышка на защелках, чем-нибудь тоненьким поддеваете и отщелкиваете по периметру. Вот, сразу можете видеть, какой там радиатор мощный. Давайте дальше разберем. Вот так вот выглядит в разборе. Ну вот этот шлейф я, наверное, отстегну. Давайте радиатор вот этот попробуем снять. Ну вот процессор. Другую маркировку смотрите. Давайте полностью разберем. Открутим вот здесь шурупчики. Вот она платка. Ну, пропайка в принципе неплохая, но радиатор — это что-то с чем-то. Сюда по идее вот такой бы радиатор налепить. И было бы, наверное, уже получше по сравнению вот с этим. Ну, как вы уже поняли, охлаждение здесь надо по-любому доделывать, да и по прошивке есть претензии, прошивка еще сыровата. Под большой нагрузкой процессор болотит на полную мощность, частоту нисколько не скидывает, отсюда и идет нагрев. Посмотреть актуальную цену данной ТВ-приставки вы можете, перейти по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!